подумайте, я не просто подметаю. Я тренируюсь перед матчем по метлохоккею. Для активного отдыха всей семьей нужно всего лишь найти просторную площадку на природе и взять на прокат спортивный инвентарь. А если у вас нет соперников, их легко можно найти в интернете. Сегодня наша команда ОТВ пройдет квест из трех этапов. Итак, первая игра, которая нас с вами ждет, называется метлохоккей. Я думаю, что из названия понятно, что в данном случае вместо клюшек у нас метелки, вместо шайбы у нас мяч. Единственное, соблюдать правила безопасности. Оно заключается в том, чтобы рукой обязательно закрывать кончик метелки. Играем два тайма до 7 очков. Итак, борьба за мяч началась. На старт! Внимание! Марш! Наша команда одержала победу со счетом 7-3. Моя разминка прошла не зря. Приступаем к следующему этапу. Ну что, уважаемые участники, сейчас мы сыграем с вами в игру «Мегаволейбол». Нам предстоит перекидывать через сетку мега-большой мяч. Правила игры те же самые, что и в обычном волейболе, за исключением одного нюанса. Есть одно условие. Для того, чтобы победить соперника, необходимо использовать только одеяло, то есть руками мячик трогать нельзя. Итак, знакомьтесь еще раз, ваши противники – команда инструкторов. Шар диаметром в 1,5 метра невозможно перебросить через сетку без помощи команды, поэтому играть надо сообща. На этом этапе мы проиграли. Но не все потеряно. Впереди еще одно испытание, к которому нужно подойти с юмором. Чего у нас не отнять. Самое главное правило, когда одеваете костюмы, это делается обязательно лежа. После этого застегиваются все застежки, одевается шлем. После этого только начинается забег и сама борьба. Это самый яркий и смешной вид активности. Пока моя команда меня одевала, наши соперники уже убежали на разминку. Задача сделать все легко, весело. То есть с семьями можно приезжать в выходные. Мы предоставляем оборудование, даем инструктора. Он вам рассказывает правила, там, следит за безопасностью, что крайне важно при любых видах спорта, даже шуточных, так скажем. Несмотря на то, что я никчемный сумоист, моя команда меня поддержала. Мы здорово провели время и вам желаем активных выходных!